Что случилось? Почему журналистов и приставов нет? А кто? Неинтересно. В смысле? Неинтересно правду показывать? Как людей вы тупыми баранами называете? Будьте любезны, что у нас буквально на секунду 15 минут. Спасибо огромнейшее. Ну, в должности? Юрисконсульт юридического отдела. Я вам поясню. Пояснения давались. Поднимались, по крайней мере, по нашей, по юридическому отделу, были ли взыскания применены к вот погибшей. Отдел кадров тоже поднимал информацию, привлекалась ли она, допустим, участвовала ли она там в каких-то конфликтных ситуациях, были ли жалобы на нее или еще что-то. Я не знаю, может быть, там, ну, наверное, проводилось, по крайней мере, ну, вот за это могу сказать. А там, что еще, как бы я являюсь юрисконсультом юридического отдела, и кто-то кому-то угрожает официально, как бы претензии в отношении старшей медицинской сестры отделения о том, что вот в части, как, нарушения ознакомления с графиками, да, недовольство со стороны коллектива. Меня допрашивали в следственном отделе, и были предложены ответы. Да, нет, не знаю. Поэтому абсолютно точно вам тут не могу ответить на этот вопрос. Да, конфликты есть. Да, бывает, точка. Свидетель достаточно подробно дал показания. Вопрос, когда у нас свидетель или нет.